В Астраханской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два водителя и велосипедист, сообщает пресс-служба МВД России по Астраханской области. 18 февраля в 19 часов 50 минут на 32-м километре автодороги Астрахань-Камызяк водитель автомобиля ВАЗ-2114 1992 года рождения совершил наезд на велосипедиста. 54-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибленную рану головы и был госпитализирован. 19 февраля в 7 часов 40 минут на этом же участке дороги водитель «Газели» 1953 года рождения не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Лифан». За рулем находился 34-летний житель Приволжского района. Оба водителя с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.